конце года подводит его итоги. В начале – то, как прошли праздники. Увы, они не бывают без происшествий, в том числе и печальных. Сегодняшнюю сводку начинаем с дорожных аварий. С 1 по 11 января на дорогах МИАСа зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий. 3 человека получили травмы, 1 погиб. Одно из столкновений, вернее его последствия, попали в объектив телекамеры уже сегодняшним рабочим утром. В праздничные дни на трассе М5 столкнулись два автомобиля «Лада Приора». Пассажирка, которая ехала на заднем сидении одной из машин, от полученных травм скончалась на месте, сообщает начальник МИАСского отдела ГИБДД Руслан Гриценко. Что касается сегодняшней аварии, произошедшей на Тругаякском шоссе, то тут еще придется разбираться, ДТП это или уголовное преступление. Водитель автомобиля «Волга» выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с тремя транспортными средствами. По какой причине он выехал, сейчас пока разбираются. То есть там якобы присутствовал мужчина, который висел у него на дворниках там, и выбил лобовое стекло и так далее. То есть я подразумеваю все-таки, что здесь будет криминальное преступление, а не дорожно-транспортное происшествие. По сравнению с первой декадой января прошлого года, уровень аварийности на дорогах остался прежним. Только вот погибших тогда не было.